8 часов 22 минуты 5 июня поступило сообщение о пожаре в торговом центре «Порт» на Оренбургском тракте в Казани. Подразделение Казанского пожарно-спасательного гарнизона выехали по второму номеру вызова. Оперативно прибыв на место происшествия, провели эвакуацию 20 человек охраны и персонала, а также посетителей торгового центра и ушли в здание для разведки очага пожара. Созданы 4 боевых участка, площадь пожара составляет порядка 20 квадратных метров, горение происходит на первом этаже, объявлен 4 номер вызова в связи с тем, что район маловодный. Работает также коммунальная техника для подвоза воды. Пострадавших нет. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».